Это фрагмент самой доброй сказки «Морозко» на сцене юные артисты детского сада номер 5. Конечно, начинающим актерам мешает выступать волнение и страх при виде полного зала. Но в этом конкурсе оценку получает не только игра артистов, но и работа режиссера, педагога коллектива. Педагоги очень любят участвовать в этом фестивале, потому что здесь мы не только показываем уже итог работы, как выступление детей, но и это еще и методический фестиваль, когда педагоги показывают свою методическую работу, как они описывают полностью процесс подготовки к мероприятиям, по всем канонам, как положено, цели, задачи расписываются. И потом педагоги смотрят, что у них получилось, что не получилось. В этом году, отмечают организаторы, среди участников рекордное число школьных театров. Если ранее заявки подавали 2-3 коллектива, то на сей раз бороться за победу будут 9. Вместе с ними постановки представят и 7 студий из детских садов. Выход на сцену – важный и, пожалуй, самый трудный шаг для юных артистов. Я сегодня играю самую главную роль – ведущий. И мне было не тяжело учиться. И слов у меня много. Но мне нравится выступать. «Золотой ключик» – это фестиваль малых театральных форм. В программе лишь небольшие фрагменты постановок из сказок, игровых программ или праздничных выступлений. Уже завтра участники встретятся на творческих мастер-классах, где педагоги поделятся с коллегами своими находками и секретами актерского мастерства. Имена победителей назовут на церемонии закрытия 24 января. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.